Познакомьтесь с Pinsta – многофункциональным велосипедом 5 в одном. Набор состоит из следующих элементов. Рама, тросик, задние колеса, переднее колесо с педалями, передняя вилка, два болта и две гайки для крепления переднего колеса к вилке, передняя корзина, крыло с крепежным болтом, руль с накладкой, колпачок для болта на руле, звоночек с крепежным болтом, сиденье с болтом и гайкой, основание сиденья, спинка, бампер, две части, капюшон, чехол на сиденье и спинку с ремнями, сумка, подстаканник, ручка для родителей, задняя корзина, монтажные ключи. Сначала раскладываем раму. Затем устанавливаем задние колеса. Вставляем их в это место до щелчка. Чтобы их снять, нажимаем здесь и вынимаем. Теперь соединяем крыло переднего колеса с вилкой. Не забудьте, что выемка находится спереди. Соединяем крыло с вилкой болтом и затягиваем монтажным ключом. Пришло время на монтаж переднего колеса. Стягиваем элементы на передней оси. Устанавливаем трубки отверстиями вверх таким образом и на них надеваем вилку. Теперь прикручиваем ее болтами с гайками с обеих сторон и затягиваем ключом. Выкручиваем болт из верхней части вилки и вставляем ее в раму велосипеда. Надавливаем и готово. Пришло время для корзины. Подгоняем эти выступы к соответствующему месту на раме и надеваем. Удостоверимся, что переднее колесо стоит прямо. Надеваем колпачок для болта на руле. Надеваем руль и затягиваем болт монтажным ключом так, чтобы не было люфта. Теперь звоночек. Устанавливаем его, прикручивая болтом. Можем перейти к тросику. Размещаем его более изогнутым концом вверх по левой стороне от вилки. Другой конец расположите параллельно раме и проведите под осью заднего колеса. Конец тросика продеваем через отверстие ближе к раме. Закручиваем. Помните, что только при правильном монтаже руль и ручка для родителей, крепящиеся на более позднем этапе, будут на одной линии. Теперь устанавливаем заднюю корзину. Откручиваем эти болты, надеваем корзину в этом месте и прикручиваем. Надеваем основание сиденья более широкой стороной назад. Откручиваем эту гайку и продеваем болт сиденья через основание и раму. Когда оно уже будет в отверстии, можем его двигать, регулируя расстояние сиденья до руля. В конце прикручиваем гайку. Монтируем спинку велосипеда, вставляя ее в эти отверстия и опуская замки. Пришло время на чехол и бампер. Надеваем чехол на сиденье. Продеваем его боковины через составные части бампера. Располагаем части бампера в этих отверстиях. Надеваем ремень для паховой зоны и застегиваем.
Ремни безопасности продеваем через отверстие в спинке. Затем застегиваем замок. Устанавливаем капюшон для велосипеда, вставляя его в эти защелки и нажимая до упора. А теперь ручка для родителей. Поднимаем крышку и вставляем в это место до фиксации. Подстаканник устанавливаем здесь. Наконец, сумка. Надеваем ее вот сюда и застегиваем на липучки. Велосипед Spinstep готов. У Spinstep поворотное на 360 градусов сиденье. Младших деток можно возить лицом к родителям. Когда они будут готовы познавать мир, можем повернуть сиденье на другую сторону. Откручиваем гайку, поворачиваем сиденье и готово. Помните, что поворачивать сиденье можно только без ребенка в нем. У Spinstep удобные тормоза. Используем их, нажимая сверху. Обратным движением разблокируем. Ремни безопасности легко отрегулировать, чтобы хорошо удерживали ребенка. Для этого расстегиваем бампер и отстегиваем пряжку. Стягиваем накладку и регулируем ремень таким образом. Возвращаем накладку на место и застегиваем пряжку. Когда ребенок еще не умеет крутить педали, используем подставку для ног. Для этого всегда перемещаем этот красный рычаг, чтобы педали не приводили колеса в движение. Когда ребенок будет готов самостоятельно крутить педали, складываем подставки для ног. Тогда перемещаем красный рычаг в такое положение, которое позволит педалям крутить колеса. Ручку для родителей можем отрегулировать под свой рост. Просто нажмите эту кнопку, передвиньте ее в желаемое положение и защелкните. Мы можем адаптировать велосипед для детей постарше, демонтировав некоторые элементы. Чтобы снять капюшон, вытягиваем его из отверстий. Также можем снять бампер, ремни и чехол. Для этого расстегиваем бампер, снимаем ремень для паховой зоны, вынимаем две части бампера из отверстий и снимаем боковые части чехла. Отстегиваем замок. Вытягиваем ремни из спинки. И снимаем чехол с сиденья. Также можем демонтировать высокую спинку. Поднимаем эти рычажки и вынимаем. Чтобы снять ручку для родителей, нажимаем эту кнопку и вытягиваем. Велосипед готов для самостоятельной езды. Spinstep может уменьшиться в размерах, когда мы захотим его перевести. Сначала демонтируем корзину. Нажимаем на эту кнопку под рамой, поднимаем велосипед и передвигаем задние колеса вперед. Отлично! Велосипед готов к транспортировке. Приятного использования! Kindercraft. Easy with kids.